Ребята, всем привет! С вами Артём. И сегодня, кажется, последняя серия по выполнению бонуса за 90 заказов. Да, вот такое вот количество, всего 6 заказов осталось. И я надеюсь, что это будет сегодня легкая воскресная прогулочка. Так что приятного вам аппетита, ребята, приятного просмотра. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Ссылка на регистрацию в Яндекс.Еду есть в описании. Там с 16 лет начали принимать в некоторых городах. Поэтому, если вдруг хотели подзаработать немного деньжат, то welcome в описании. И что хочется сказать. В четверг, сегодня вы смотрите, если этот ролик в понедельник, когда я его выложил, в четверг уже будут итоги месяца работы в Яндекс.Еде. Так что подписывайтесь, не забывайте включать уведомления о новых записях, чтобы ничего не пропустить. Ну и в Дзене, в ВК тоже выходят мои видеоролики, если вдруг у кого YouTube тормозит, лагает. В общем, все, есть ссылки в описании. Сегодня, повторюсь еще раз, воскресенье, и надеюсь, что что-нибудь интересное за эти 6 заказов произойдет. А может быть, это реально будет просто обычное видео, где я в конце покажу, что бонус я сделал. Не переключаемся и включаемся в линию. Вай-вай-вай, как все горит! И что? Начинаем слот. Опа! И предлагает плюс 10 на плановый, на нет, на свободный. Не знаю, сколько сегодня, 3 часа, может быть, 2 часа. Как пойдет? Как мы выполним эти 6 заказов? 10-16 на часах. Ждем заказ в красной зоне. Прошло ровно 5 минут. Немножко карта потухла, но приходит вкусвилл. Плюс 65. И вкусвилл нас через дорогу. Неплохо. Принимаем заказ и идем его получать. Заказ готов. 11 позиций. Шоколад, пирог, молоко 2 штуки. Шоколад, творог, круассан. Ну, в общем, нормально. Пойдет. Для первого заказа, я думаю, неплохо. Заказ успешно получен, и до клиента 1,1 километр. Да, можно было бы прокатиться на самокате, сделать это все быстрее. Ну ладно, мы еще про похудение не забываем. И ролик, кстати, будет ровно через неделю после выхода этого ролика. Так что в понедельник, там, когда-то, ждите. Ай, ну ладно. Первый заказ, он не такой тяжелый. Килограмм, может, 4 максимум. Это нормально. Так что отправляемся в путь и смотрим, сколько. Плюс 65 доплата. Пойдет. Почти подошел к дому клиента, и приходит магнит с плюс 130. Неплохо. Неплохое воскресенье. И тут, смотрите, делают дорогу. Вот такие новости. Все. Успешно оставили заказ из вкусвилла у двери. И получили за него, знаете, сколько? 111. Да, 111 рублей. На самом деле, я думал, будет 150, но, с другой стороны, я выполнял этот заказ 15 минут. Так что, ладно, пойдет. Для первого заказа. Окей. Сейчас что? Отправляемся в магнит. Заказ уже готов, 20 минут дает, по факту эти минут 15. Ну, в общем, нормально, нормально. Пойдет. Второй заказ, а там того глядишь и 3, 4, 5, 6 и все. Так что отправляемся в путь. Пешочком. Какой у вас? 79,19. Вот. 78, 48. 2 пакетика. Спасибо. Да, там только капуста, наверное, килограмм на 6, поэтому позволю себе вольность и возьму самокат, тем более оплаченные минуты у нас еще есть. О, 35 минут еще осталось. Еще с прошлой серии, когда там, когда вы там смотрели, неделю назад. В общем, уже четвертую смену подряд пользуюсь этими минутами, плюс сам минут, наверное, 50 выкатал, просто тут по делам ездил, поэтому нормально. Нормально, едем, отдаем, смотрим, сколько получили. Тем более доплата 130 была. Интересно. Хо-хо-хо, а вот это я вам скажу, не раздражает, ребята. Смотрите, 319 рублей за это, вот, за этот магнит. И даже я не расстроен, что потратил минуту на самокате, потому что, ну, что там, рублей 20-30 потратил я из-за того, что до этого подписку купил. Поэтому вообще нормалек. Вот, кстати, развернут 130% за этот заказ. Там ни ожиданий, ничего не было. Но 319. И уже прошел, ну сколько, час, два заказа. И почти 4 соточки в кармане. Даже больше. Почти больше 400. Стою в красной зоне. Заказов пока не пришло. Но я не против такие магниты повозить. 10 килограмм, конечно, но... Ладно, пойдет, сойдет. Главное сейчас ждать. 4 заказа осталось, получается. Да, 4 заказа. Что же, ладно, продолжаем. Как что-нибудь будет, обязательно покажу. Ну вот кэфы и пропали. Шашлык 52, плюс 10%. Окей, принимаем и идем.
5 километр. Нормально, пойдем. Кто говорит, что я один работаю пешком? Вон, смотрите, коллега идет тоже пешком. И скоро зима, и те, кто работает на велосипедах, на электровелосипедах, не все, конечно, но многие перейдут на пеший режим. И это, конечно, грустно. У нас не Краснодарский край, не так тепло. Снега обычно тоже хорошим покровом ложатся на нашу землю. Поэтому скоро все будем пешком ходить. Ну, относительно, конечно. Но в любом случае, все, почти мы до шашлыка дошли. Будем, надеюсь, недолго ждать. И сделают этот шашлык нам. И мы заберем заказ. Идти, кстати, недалеко. Вон в этот дом. То есть прям оп-оп, на метров 800, я думаю. Здрасте. А подскажите, у вас заказы, да? Минут 7? Да, на улице подожду. Спасибо. Отметите, да, как будет готов? Спасибо. Да, 53 код, если что. Вот с таким видом в воскресенье можно посидеть. Шашлык, чайхана, не знаю, как правильно назвать. И я вас как-то немножко обманул насчет 800 метров. Не, ребята, всего 600. Эх, платка, наверное, немножко накапала, но мелочь. Но карта разгорелась, и, возможно, я закончу заказ, и мне что-нибудь все-таки с кэфом придет, потому что плюс 10 на этом заказе как-то ни о чем. Ладно, отправляемся в путь. Только передал заказ, выхожу из подъезда и опа, перекресток, плюс 80. Ну, 80, конечно, не 130, не 220, но принимаем, почему бы нет. Уже лучше, чем 10 за прошлый заказ. Да, вот за этот шашлык 105 рублей, немножко платки накапало, но цена беда. Ладно, идем в перекресток, там заказ с килограмм на 6, наверное, на 7, там 3 полторашки. Ну и плюс энергетосы всякие. Ладно, отправляемся. Надеюсь, сейчас приду, он будет готов и не будет долгого ожидания. Здрасте. Здравствуйте. Один? Да. Угу. Да, хорошо. Спасибо большое. Хорошо, не? Ну, как я и говорил, заказ где-то на 5-6 килограмм. И идти нам километр. Я бы в целом, наверное, и самокат бы взял, но тут поблизости ничего нету. Да и в целом километр пройти. Че тут такого-то, да? Поэтому пойдемте до клиента и уже подведем итоги, сколько заплатили. За плюс 80, по-моему, да? Ну а за перекресток вот 140 рублей. Ну, в целом, наверное, и пойдет. Смотрите, я вообще в красной зоне стою. Упадет ли мне заказ? Че-то я сомневаюсь. Ну, посмотрим. Пока тишина, 2 минуты после окончания заказа. Ждем. Ну и констатируем факт. 2 часа на линии, 670 рублей. Ну, 300 с копейками в час. Да, не так хорошо, как хотелось бы, но вот так вот, ребята. Показываю все как есть, если хотите поработать. Ссылка в описании. О, я сижу. А все почему? А потому что заказов до сих пор нету. Вы просто посмотрите. Я даже в красной зоне сижу, заказов нет. Вот сижу, водичку пью, наслаждаюсь осенними деньками, но хочется уже выполнить 2 заказа. Вот как будто он прям не хочет мне эти 2 заказа сегодня давать, чтобы я их сделал. Давай, Яндекс, я в тебя верю. Ай, не зря сюда пришел. Перекресток у нас впереди. И смотрите, он как раз и приходит. Плюс 115. Перекресток берем. Ну и все, хватит отдыхать. Сейчас пойдем туда. Сколько? Метров 400, наверное. 500. Ну, он, блин, что-то показывает. Ну, вот гео бывает сбивается, поэтому показывает, что я типа тут, ну, тут. Ну, в общем, метров 400. Пойдемте вперед. Что у нас в заказе? А в заказе 4 крупы гречневые, мандарины, картофель для жарки, вода питьевая 500 мл, 4 штуки и лук. Ну, короче, заказ сколько тут? 4, 2, 6. Тут тоже, наверное, килограммчик. Ну, килограмм на 7, наверное, на 8. Ну, тоже прям не самый маленький, который может быть. Только камеру выключил. Мультизаказ, ребята. А что это значит? Это 2 заказа из перекрестка. А это значит, что это будет 2 последних заказа. Видите, все красное, скорее всего, тоже с КФТМ прилетел. Второй. И нажимаем сюда. Завершить слот. Подтверждаем. Идем получать 2 заказа.
И на этом, кажется, все. Здравствуйте, а кто заказ может выдать? Итак, 5710 и 0447. Так, 0447. Я угу. 5410, не скажу, чей заказ. Так, ну ладно, давайте какой? 04? 10. 47. Так, 47. Все, хорошо, давайте. Так, там хрусткая. Я знаю, я его наверх, сначала тот мне нужен. Так, девочки, 50. 57-10. Хорошо. Так, вам надо подписывать его, да? Нет, не надо. Так, первый пакет. Вот там. А, их два. Можно вниз там. Да, я понял. Там легкий. Можно убирать. Угу. Я понял. Спасибо. Сейчас отмечу. Оба заказа получены. К сожалению, сначала давайте самый легкий, который там вообще ничего не весит. И до него знаете сколько? 250 метров. А 250 метров, это знаете, это вот этот дом. Блин, лучше всегда тяжелый, конечно, отдавать. Но имеем, что имеем. Ай, так, ну все, что могу сказать. Пойдемте относить. Легкий пакет я вручил. И до следующего клиента, как вам тут? Вот так вот, 800 метров. Ну что, ребята, какие самокаты, а? Пойдемте пешком, уж последний заказ. После этого подведу итог, посмотрим, сколько заработали. Получается, потратили на сегодняшние 6 заказов 2,5 часа. Ну, надеюсь, рублей 800 за 2,5 часа. Ну, я думаю, пойдет, почему нет? И сегодня воскресенье, значит, выплату в среду мне придет. Погнали, давайте и смотреть. Да, в такие моменты, на самом деле, вот... Ах, ребят, это чувство, я не знаю, вот, наверное, каждый понимал, когда там все экзамены сдал, впереди лето, вот это вот чувство опустошения, принятия. И да, все, ребята, 90 заказов выполнено, вы просто посмотрите вот на это. И, кстати, я выполнил их на неделю раньше, да, но... Все итоги я, соответственно, подведу в отдельном видеоролике, который будет на канале уже совсем скоро. Надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте лайки, подписки, все нужные ссылки есть в описании. Ну а за сегодняшний слот, кстати, два перекрестка по 115 доплата была и за 2,5 часа 900 рублей. Я считаю, неплохо. Вы как считаете? Я думаю, неплохо. Ну и, кстати говоря, если вы тоже хотите попробовать в роли курьера Яндекс.Еды себя, то новичкам платят вот такой вот бонус – 7000 рублей за 60 заказов. Если устроитесь по ссылке в описании, то тоже можете выполнять бонус. Не такой, конечно, как у меня. Чуть поменьше и заказов, и чуть поменьше бонус. Но тем не менее, вот такие дела, ребята. Спасибо за просмотр. Не знаю, что еще сказать. Подписывайтесь на Телеграм, да? Да, вот. Вот тут вот ссылочка на Телеграм, подписывайтесь. Там я, кстати, все опубликовал. И такие личные истории жизни. Поэтому, кому интересно, залетайте, подписывайтесь, там все бесплатно. Вот. Ну, реально, вот такое опустошение. Да. Но не прощаемся, сезон доставок еще впереди, зима впереди, холода, высокие кэфы, я надеюсь, тоже будут. Вот. Ладно, ребят, всем спасибо, всем удачи, всем пока, до скорого, как-нибудь увидимся.